Всех приветствую. Сейчас провел небольшой тест у пирамидальных фонтанов. В общем-то, мультиметр с последних наблюдений иногда работает. То есть он нас разряжает как конденсатор иногда. В общем, сразу взял, было там 50-60 микровольт. Потом начал последующие пробы делать там в районе 10-15 милливольт. Затем пошел к фонтанчикам, замерил то же самое, сразу 50-60, потом последующие также 10-15, посидел несколько минут, замерил, и уже показания гораздо дольше удерживались. Но это не всегда так работает. Иногда, то есть, он нас разряжает как конденсатор, а иногда он не может разрядить. То есть я сколько раз уже пробовал, и много раз, допустим, у меня 50-60, и он все время, сколько я не пробовал, он так показывает. Или там, допустим, я подзарядился теми же цилиндрами, он показывает, допустим, там в районе 80-100 микромилливольт, и он так и продолжает какое-то время. Но цилиндры тоже не заряжают нас сильно надолго, там, я не знаю, может, на час, я этого еще не проверял, насколько это держится. Ну, в общем, тут все неоднозначно, и пробовать. Но факт то, что я сейчас, посидев у фонтанов, уже гораздо дольше удерживалось вот это вот напряжение, там в районе 50-40 милливольт. Пришел сюда, опять сразу 50, потом падение, и последующий уже там в районе 20 милливольт. Ну, как-то так все работает. Ну, в общем, дальше будем пробовать и смотреть, что получится. Но факт то, что здесь, скорее всего, сейчас фонтанчики работают в обратную сторону. То, что я посидел немного, буквально там 4 где-то минуты, 3-4 минуты, я попробовал, уже гораздо дольше напряжение удерживалось. Конечно, бы в церкви, я так, насколько я понял, что там, скорее всего, сейчас ни у нас не берут, ни мы не получаем. Что-то такое вроде. Еще бы там проверить, не знаю, сегодня хватит времени, нет. Может быть, и пройдусь туда. Вот я зашел в Мартини. Возле дома проверил, было 15-20 милливольт. Ну, в общем-то, как обычно, как сегодня у меня было и возле фонтанов. То же самое, сначала 50-60. Потом свалилось до 15-20 милливольт. Зашел сюда, тут то же самое, только здесь на 5 милливольт ниже. Ну, наверное, я уже не пойду дальше, смысла не вижу. Такое у меня впечатление, что тут все на собор завязано. Пока в соборе там все не закончится, наверное, смысла дальше ничего тут делать нету. Буду дальше тестировать другие вещи. Так, кто-то мне из зрителей там написал насчет браслетов. Конечно же, спасибо за очередную идейку. Сейчас мы это проверим с вами. Я уже как бы проверял, конечно же. Ну вот, как бы не очень высоко всего, но это не значит, что я себя плохо чувствую, как я говорил, те разы, но, по крайней мере, у меня так все в те разы совпадало, что низкое напряжение, если я плохо чувствовал, повышалось, вроде я себя лучше стал чувствовать. Ну, сейчас я еще попробую с гимнастикой, ну, 15-20 милливольт, да, попробую с гимнастикой, и вот я специально сделал, пока я их не брал в руки, гимнастику сделаю и проверю. Ну и, в принципе, вот я беру в левую и в правую. Ну, вот такие. Ну, не пишите. Сейчас я одену на руки. Я понимаю, конечно же, что у всех сразу что-то в руки взял. Одень и потом померяй. Прекрасно понимаю вас. И сейчас я это делаю. Блин.
Да что ты мне, камера мешает. Сейчас я одену его. Вот один застегнул, этот мы так оденем. Но пробовал я в разомкнутом состоянии и замкнутом, естественно, ничего не менялось. Ну, это, скорее всего, показатель не того, что я их одел на руки, а показатель того, что я немножко подзарядился, пока я их подержал уже в руках, в правой и левой. И вот, в принципе, это уже видно сейчас. Я пробую поймать, где максимальная точка и более стабильная. Ну, в принципе, практически то же самое, да? Ну и теперь, конечно же, я их так замкну на руках. В смысле, сделаю контакты. Показания будут такие. Ну, возможно, это, конечно же, как мне писали, с атмосферы мы берем, да? Ну, я это знаю прекрасно. Мы живем в магнитном поле, и мы с ним взаимодействуем. Но если я вот не успел сказать, я в принципе уже подзарядился немножко, да? Если я их поношу немного какое-то время, то подзарядка идет, напряжение. Сейчас я их попробую снять, померить еще раз. И затем попробую еще сделать гимнастику, какую я обычно делаю тут для бедер с этим эспандером. Потом поприседаю, поотжимаюсь. И потом еще раз замеряем. Посмотрим, что получится. В общем, как бы тут сказать, да, мультиметры они все немножко по-разному показывают. Я пробовал другие мультиметры, но принцип, наверное, один и тот же. Постараться поймать вот максимальные значения, которые более-менее стабильно удерживаются. Ну, в принципе, вот я снял их, да, и уже ничего нету практически, все вернулось. Ну а теперь я пошел делать гимнастику и через минут там 15 еще раз проверю это дело. Итак, гимнастика закончена. Вроде немножко отдышался. Немножко есть, но заряд все равно потихоньку падает. Ну и там у Андрея Пылинина канал «Только в плюс», кому интересно, ссылки можете найти. Там он тоже использует медь и шунгит. Ну, конечно, можно попробовать сюда что-то. Как-то шунгитик примудрить. В принципе, ничего тут сложного нету. Попробовать можно это сделать. И посмотреть на результаты. Ну, как-нибудь время будет, что-нибудь примудрю сюда с шунгитом. Вопрос, сколько? Ну, будем посмотреть. Так, ну на этом вроде бы все.
на сегодня. Провел некоторые тесты. У фонтанов явно я подзаряжался. Посидеть надо было, конечно, минут хотя бы 15, потом проверить. Но у меня там компрессор стоит, ждет, генератор и другие занятия. Поэтому не особо время есть высиживать. В общем, на сегодня, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока.